Приветствую, ребятки. Хотел поделиться. Сходил на базар по дедам. И гляньте, какой красоты взял. Шикарный. Разъем N-типа SR50-262C. Отлично подходит под наши цели. Накручивается отлично. Смотрите, какая красота. Как раз под нужный диаметр. Этот посеребряный. Вот прям с кабелем взял покрытие посеребрения, вот серебро. Вот. Также ответную часть взял, тоже посеребрение, как видим. Прям цаца. И вот хотел показать. Смотрите, какая красота. 350-510 МГц, 1 Вт нагрузка. Кто с таким сталкивался? Но правда, одно мне не нравится. 60 Ом у него сопротивление. Может, тут и имеется вот это 10%. Черт его знает, так это не 60. Вот такая вот нагрузка. Вот. В принципе, не сильно большие цены были. Но, сами понимаете, лучше такие разъемы брать, чем какое-то говно китайское. Кто будет писать, что не будет подходить. Вот разъем китайский стандарт. N-тип. Вот мы берем, накручиваем. Все прекрасно накручивается. И эффект налицо. Хрен открутишь. Буду, в общем, заправлять новые кабеля на эти разъемы SR50. Потому как получается по ценам совсем нехорошо. Даже если Китай покупать. Не могут они сложить цену. Но эти, сами понимаете, все-таки разъемы толковые. Все, ребятки, кому понравилось. А вот еще какой-то есть такой тоже небольшой. Ставьте лайки.